Okay, we continue. Итак, мы продолжаем. Now, if these people could remember so very well. Итак, если эти люди могли так хорошо все запоминать. And in fact, there have been studies that have been done on societies much like this Jewish one. There have been studies done on societies that are like this Jewish society. И было сделано много учений, именно изучений об обществах подобных еврейскому, иудейскому. Societies that learned by memorization and communicated their history orally. Те общества, которые именно запоминали на память, они выучивали многие вещи и вот таким образом доносили их потом именно оральным методом. And these societies have shown, these studies have shown that these oral societies. И эти именно изучения показали, что эти именно оральные вещи, которые происходят. They were able to pass on their history Они very accurately. Они передавали историю из уст в уста очень точно. And understanding this, the ancient rabbis. И понимая это, древние раввины. They instructed their students this way. Они обучали и как бы давали инструкции своим студентам таким образом. In a way that would help them memorize. Таким образом. Который бы помог бы им выучить на память это все. And they realized that the students' memories were so good. И они понимали, что память студентов была настолько хорошей, that the ancient rabbis told their students not to write anything down. Что эти древние раввины, они говорили своим студентам, чтобы они ничего не записывали. They were afraid that if their teachings were written down, они боялись того, что если их учения будут записаны, they would be copied and mistakes would be made. Они будут переписаны, в свою очередь, и ошибки там будут сделаны. Mouth, но если же они будут передаваться именно словами уст, теми людьми, которые знали, как запоминать и повторять потом все это, then they could count on their teachings being communicated accurately. То тогда они могли свои учения доносить очень точно. In other words, in this kind of society, или другими словами, в подобном обществе, you could achieve greater accuracy by word of mouth than by writing. Вы могли бы достигнуть большей точности именно когда слова выражались в устной форме, нежели когда это было записано. As incredible as that may seem, и так невероятно, как это все может выглядеть, it's true. Это является истиной. Now put yourself in one of those classes of students. И просто поставьте себя на место в классе, на место одного из студентов, находящихся в классе. Вот таких студентов, как они были. Particularly a class of younger students, let's imagine. Ну, давайте представим, что студенты там были гораздо помоложе. And you're repeating the lesson that you'd been taught. И вы повторяете этот урок, которому вас обучили. What would happen if you made a mistake as you're repeating the lesson? Что бы произошло, если бы вы сделали бы ошибку, повторяя этот урок? Wouldn't every one of your classmates correct you as quickly as they could? Что, начнут поправлять вас весь оставшийся класс так быстро, насколько они могут? Particularly if they were younger children, wouldn't they? Определенным образом, когда вот если бы они были молодыми людьми, детьми. That's one way to make sure that lessons were accurately remembered. Это один из тех путей, как бы, чтобы удостовериться в том, чтобы урок был правильно, четко запомнен. And in fact, to some degree, it still carries on in the synagogue today. И на самом деле, на каком-то уровне это все еще происходит в некоторых синагогах сегодня. If you go into an Orthodox synagogue for a Shabbat service, если вы пойдете в ортодоксальную синагогу на шабатное служение, and the reader is chanting the Torah. Chanting, singing. И тот, человек, который стоит, он на распев читает Тору. What happens if he makes a mistake in his reading? Что произойдет, когда он сделает ошибку в том, что он читает? At least in the synagogues that I've attended. По меньшей мере, что в той синагоге, которую я посещал. There'll be at least five people who correct him almost before he's made his mistake.
Будет по крайней мере 5 человек, которые постараются поправить его, и он даже не успеет еще сделать ошибки. Whether that's a mistake in reading or in singing. Была ли, будет ли это ошибка в том, что он читает, либо в том, что он поет? That's how well they had memorized the text. Это то, насколько хорошо был запоминаем этот текст. Now, if that's the case, и если это является, if they had memorized these things so very well, нашим вопросом, что если они запоминали все эти вещи настолько хорошо, why do the Gospels then sometimes use different words? Почему же в Евангелиях иногда мы видим, что используются различные слова? Different words to convey the same teaching. Различные слова, разные слова, чтобы донести то же учение. And that's a good question. Это хороший вопрос. And here's the answer. И вот ответ. The Gospel writers knew not only Hebrew and Aramaic. Те люди, которые писали Евангелие, они знали не только иврит и арамейский язык. They also knew Greek. Они также знали и греческий. So as these writers were writing their gospels, итак, в то время, как эти писатели, они писали свои Евангелия, and they were trying to communicate Yeshua's teachings, и пытались донести учение Иешуа, each author would choose one of several possible accurate words. А каждый автор, он использовал один из нескольких доступных слов, to communicate that teaching of Yeshua, чтобы донести это учение Иешуа. And in fact, as they did this, и в то время, когда они это делали, they may have rephrased what he said to communicate the meaning of those words. Они могли перефразировать то, что он сказал, но обязательно они доносили значение его слов, so that they would not be misunderstood. Для того, чтобы они не были неправильно восприняты или поняты. The rabbis did this frequently when quoting Tanakh. Очень часто делали это раввины, когда они цитировали Танах. That is, they would rephrase the text to give the meaning. Они просто перефразировали текст для того, чтобы донести значение. Even though they felt that the words that they were quoting, even though they felt the words that they were quoting from the Tanakh. Даже если они чувствовали, что те слова, которые они цитировали из Танаха, were the very words of God. Они были этими самыми словами Бога. And yet they felt the freedom to rephrase them. И все еще они чувствовали эту свободу для того, чтобы перефразировать их. Their purpose was to accurately communicate the message. И их целью было то, чтобы доступно, точно донести послание. To communicate that message accurately to their audience. Для того, чтобы всем слушателям донести это как можно точнее, точно. So these variations in their quotations. Итак, эти различия в их цитатах are to help their audience better understand what is being taught. Они были для того сделаны, чтобы их слушатели могли лучше их понять, понять то, чему они учат. And yet they communicate these teachings accurately. И все еще они доносили эти учения точно. Even though they adapt them to their audience. Even though they adapt the teaching to their audience. Итак, это то, каким образом они доносили учения своим слушателям. You find the same kind of thing going on in the Dead Sea Scrolls. Мы находим то, что подобные вещи происходят также со свитками Мертвого моря. As the scroll is teaching some text of scripture, а когда этот свиток учит нас какому-то тексту Писания, you will find two different quotations of the same scripture. Вы найдете две различные цитаты одного и того же места Писания. All in order to give the more complete meaning of the passage. И это все делается для того, чтобы дать более полную картину места Писания. Oh, and by the way, the Greek historians also help us understand what's going on here. И также греческие историки также помогают нам помочь это лучше. They would often give a summary or a paraphrase. Они очень часто приводили как бы суммиры или парафразы, то есть выражали это другими словами. Of what a speaker had said. То, о чем говорит этот
человек Писания, оратор. That's good. But they give that summary or paraphrase in the form of a quote. Но они дают это суммированное выражение в как? Идею в других словах. The end result, however, would be guaranteed. И конечный результат, как бы то ни было, он будет гарантирован. That you have accurate, trustworthy reporting. Что вы имеете точное, достойное доверие именно материал. Of actual historical events and speeches. Определенного исторического события или речи. Now the other two tests for historicity. Итак, также есть другие два теста для уточнения исторических каких-то моментов. Confirm these findings and observations. Confirm, reinforce, support. Они как бы поддерживают, доказывают вот эти исследования. And the that brings us then to the second of our three tests. Это приводит нас ко второму из наших трех тестов, которые мы имеем. And that's the internal test. Это такой внутренний тест. And this test asks a couple questions. Этот тест как бы задает нам два вопроса. First question is, do the witnesses agree with each other? Первый вопрос – это согласны ли между собой свидетели? Now remember, the testimony of witnesses does not have to be exactly the same. Вы помните о том, что свидетельство свидетелей различных, оно не обязательно должно быть всегда одним и тем же, то есть тем же словами сказано. If the testimony is exactly the same, what would you suspect? Чего вы будете ожидать, если свидетельство, оно будет точно таким же у одного человека, как и у другого? They got together and made up the story together. Они собрались где-то вместе и вместе историю эту и придумали. Можно так предположить? In other words, или другими словами, proper testimony, это такое точное свидетельство, should focus on different areas from different perspectives. Они должны фокусироваться на различных областях с различных точек зрения. But different details from different perspectives. Итак, эти различные детали, разные детали с разных точек зрения, does not mean contradiction. Они не значат, что они друг другу противоречат. And by the way, there have been many who have put together all the stories of the Gospels. Итак, был такой человек, was a man? There have been many, not a man, but many. Было много людей, которые как бы слагали эти все истории вместе. Into one whole story. В одну целую историю. Showing that there are not contradictions. То есть показывая то, что они не были противоречивыми. Now the next question in the internal test. Итак, следующий вопрос, который мы задаем в этом внутреннем нашем тесте. Is do these witnesses give evidence of being eyewitnesses? Или являются ли эти свидетелями непосредственными? Сейчас скажу, свидетелями, которые присутствуют при событиях. То есть это участниками, да, событий. All right, and in trying to answer that, we need to look at a couple things. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо посмотреть на некоторые вещи. First, do they claim to be eyewitnesses? То есть первое, стремятся ли они к тому, чтобы показать, выдать себя за свидетелями, за этими участниками происходящих событий? Это по-другому называется. Remember what John said. Помните, что Иоанн сказал? The one who's communicating these things to you, тот, который доносит эти вещи к вам, is the one who was there. Это тот человек, который был там. John 19:35. Это Иоанн 19 глава. And therefore his word is true. John 19:35. 38 стих. And therefore his word is true. И следовательно его слова являются истинными. Remember Peter? Помните Петра? What we're communicating to you, то, что мы доносим вам, is what our eyes have seen. Это то, что видели глаза наши. Our ears have heard. И то, что наши уши слышали. And that we have touched or handled. И мы касались его. And then remember the words of Luke. И помните тогда также и слова Луки.
I have investigated everything carefully, he said. Я исследовал все очень тщательно, по тщательному исследованию, там так написано. From the very beginning. От самого начала. So you can have a trustworthy account. Итак, чтобы вы могли иметь достойный доверия такой отчет. What's very interesting about Luke, by the way? Итак, что мы также, кстати, можем интересное о Луке узнать? Is if you look at his writings very carefully. Это то, что если мы обратим внимание на его писание, на то, что он написал очень внимательно, is that Luke is at the very source of much of the of his gospel. Что Лука является именно этим самым ресурсом большей части Евангелия. In other words, it appears that these are his own recollections. Это как бы нам показывает, что это его собственные, как бы вот такие, он собирал все это вместе. From being there. А именно причине того, почему он мог собрать это, что он находился там. From the way in which he writes. Итак, мы можем это заключить из того, каким образом он это записывает. It appears he was present for Yeshua's ministry in Galilee. Мы читаем, что он присутствовал при служении Иешуа в Галилее. He appears to be there for the mission of the 70. Он был там, когда 70 человек были посылаемы на служение. Remember, Yeshua sent out the 12 on one occasion. Помните, в одном случае Иешуа 12 человек послал. And on another occasion, he sent out the 70. А в другом случае мы видим, что он 70 послал. He appears to be there for the events of the crucifixion. И он также был там, когда происходило событие распятия. And for the walk along the Emmaus road. И когда он был на пути по дороге в Эммаус. He seems to be there for a good deal of Rav Shaul's journeys. И также он кажется, что находился там, когда вот был в путешествиях раввина Саула. And for the establishing of the congregation in Antioch. И также он присутствовал при образовании общины в Антиохии. In other words, when he said, "I followed all things from a long time back." И когда он говорит, что я следовал всем тем вещам от самого начала. He had done that quite literally and personally. Он делал это буквально и лично. His account is firsthand. И то, что он предоставляет нам, это является как бы отчетом с первых рук. And as it turns out, there is an understanding. Итак, мы видим здесь понимание, that comes from the third century. Которые исходят из третьего столетия. That Luke himself was one of the 70. Что Лука, он был одним из 70. So literally he did. Так буквально. Serve as an eyewitness to these events himself. Он был этим непосредственным свидетелем событий, которые происходили. So the question first was, do they claim to be eyewitnesses? Итак, вопрос, который мы задаем при этом тесте, был ли он этим непосредственным свидетелем? And the answer is yes. И ответ да. Now the next question is, can they be eyewitnesses? Следующий вопрос, о котором можем задать, может ли этот человек быть непосредственным свидетелем? Now if they wrote their books in the second century. Итак, если мы знаем о том, что они написали свои книги во втором столетии. Then they couldn't have been eyewitnesses. То они тогда не могли бы быть свидетелями этими непосредственными. But if they wrote their books as was suggested in the 50s or 60s, если они написали свои книги в 50-х и 60-х, как мы говорили ранее, then of course they could be eyewitnesses. Тогда, конечно же, они могли бы быть непосредственными свидетелями происходящего. Now do they provide evidence that they are in fact eyewitnesses? Но если также вопрос. Обеспечивают ли они какие-то доказательства, дают ли они нам доказательства того, что они были на самом деле этими непосредственными свидетелями? Now there are three areas you look for in order to see if someone is an eyewitness. Итак, есть три области, которые вам необходимо проанализировать, чтобы добиться ответа, что они на самом деле были этими свидетелями. The first has to do with what we call incidental details. Incidental. Not accidental. Details that don't mean a whole lot to the story.
Итак, первое, что это как бы детали, которые они как бы заполняют историю, но они не несут какого-то особого такого важного смысла. Просто детали. The kind of things that are somewhat unimportant and perhaps even irrelevant to the story itself. Итак, некоторые вещи, которые не являются важными и просто как вот как бы относятся слегка вот к этой истории, событию. But the kind of details that could only be known to eyewitnesses. Но это те детали, которые могли бы быть известны только непосредственным свидетелям. And here I want to give you a couple examples. И вот здесь я как раз хочу вам дать несколько примеров. I'm going to give you one from each of the Gospels. И по одному примеру я дам с каждого Евангелия. Now, are you aware that in the Gospels you actually have a weather report? А вы знаете, что вот в Евангелиях у вас даже есть информация о погодных условиях? Now, how many of you listen to weather reports? Кто из вас слушает о прогнозах погоды? Some of you do. Ну, кто-то из вас слушает все-таки. How often are they accurate? А как часто они на самом деле бывают точными? Well, we've got a very accurate weather report in the Gospel of Matthew. Но в Евангелии от Матфея мы имеем очень такие точные прогноз погоды. And you might remember this particular one. И вы, может быть, даже помните этот определенный случай. The author of the Gospel Matthew records Yeshua's statements in this way. Автор Евангелия от Матфея, он записал вот одно из выражений Иешуа таким образом. If there is a red sky in the evening, если небо оно багрово вечером, you say it will be fair weather. То вы говорите, что будет дождь? Or nice weather. Good weather. Это будет хорошая погода. If you have a red sky at night, так если у вас багровое небо в ночи, it will be stormy. То шторм будет. Now, as you might imagine, weather hasn't changed a whole lot in the area around the Sea of Galilee. Как вы можете себе это представить, то погода она очень таки сильно не изменялась в именно в Галилее. And in fact, a red evening sky. И на самом деле красное такое багровое небо вечером means good weather the next morning. Она означала, говорила о хорошей погоде следующим днем. But a red morning sky, но багровое небо утром means that you're due for stormy weather. Оно значило, что погода изменится и будет шторм. And by the way, speaking of stormy weather, и говоря о этой штормовой погоде, Matthew describes the storm that comes on the Sea of Galilee. Матфей он описывает этот шторм, который идет на Галилейское море. And he says there a storm of wind came down on the lake. Говорит, что ветер ветреный шторм такой, он сошел на это озеро. And the boat was filling with water. И лодка она была наполнена водой. And of course Yeshua spoke to the wind and the waves and everything got calm. И, конечно же, еще он говорил тогда буре и ветру, и все умолкло, помните, да? But Matthew's description of the way in which the storm comes down on that lake. Но описание Матфея, то каким образом шторм он возник на этом озере, is identical to the experience of fishermen on that lake today. Оно, знаете, похоже на переживание рыбака даже на сегодняшний день. Now that particular description is not, Галилее, да? That particular description is not that important to the Итак, story. Вот это вот такое вот это вот данное описание, оно не является таким важным вот для той истории, которая была преподана. Because it didn't matter how the storm got there. Абсолютно не значило, каким образом шторм туда пришел, куда ушел. It only mattered that the storm was there. Значимость была следующая, что шторм он был. But Matthew was obviously there. Но мы видим, что Матфей был очевидно там. Because he accurately described how those storms get there on the lake. Потому что он абсолютно точно описывает, каким образом этот шторм он сошел на это озеро, возник на озере. And then we get the very interesting story at the end of the Gospel of Mark. И очень такая интересная история у нас есть в конце Евангелия от Марка. The soldiers come to take Yeshua. А когда солдаты пришли, чтобы взять Иешуа, and the disciples run away, а мы видим, что все ученики не разбежались, and Mark tells us the story of one young man who was so scared,
И Марк рассказывает нам историю о человеке, молодом человеке, который был настолько напуган, that he ran so fast he left his clothes behind. Что он бежал так быстро, что вещи свои оставил где-то по дороге. We're told he ran away naked. И мы читаем о том, что он убежал нагий. Now, who but an eyewitness would know that? Кто как непосредственный свидетель мог бы знать такую деталь? And who but the person himself would dare to write it? And who but the person himself would have the courage to write it? И кто, как не тот человек, лично участвовавший там, да, который был участником событий, мог бы это, иметь эту дерзновение записать это, скажем. An interesting detail, but not very important. Очень интересная деталь, но не очень важна, правда? And then you have in the Gospel of John. Итак, следующее это Евангелие от Иоанна. Yeshua turning to John. Иешуа, он обращается к Иоанну. As Yeshua is about to die. Это в то время, когда Иешуа вот-вот должен был умереть. He says, "Here's your mother." И он говорит ему, что вот твоя мать. And then he turns to Miriam, his mother. И потом он говорит к Марии, своей матери. And says to her, "There's your son." И говорит ей, что вот это твой сын. Who would know that but John or Miriam? А кто бы, кто другому об этом знать, кроме как Иоанн? And then we have that. Maria. Then we have that story of the disciples on the road to Emmaus in Luke. А потом в Евангелии от Луки мы видим историю о учениках, идущих по дороге в Маус. And that's told with only the kind of details that a person who'd been on that road could tell. И как раз рассказана эта история таким образом и с теми деталями, о которых мог знать только тот человек, который находился там непосредственно. So this is the whole area of these what we call unimportant. But eyewitness kind of details. Это то, что мы называем этими неважными, но все-таки именно свидетельствами непосредственно участников событий. The next area that gives evidence of being eyewitnesses. Итак, следующее доказательство, которое дает нам, которое нам дает понять, что это был именно непосредственно участник события. Is the objectivity that the authors show towards the heroes or the leaders of their movement? Objectivity. In other words, they're willing to indicate the negative as well as the positive. Итак, это то, что люди, находящиеся в то, то есть эти свидетели непосредственные, они как бы открыты к тому, чтобы показывать как позитивную, так и негативную часть в одно и то же время и не абсолютно этого не стесняются. If you're writing an account that's not truly an eyewitness account, если вы записываете какой-то отчет, и он не является истинным, you'll talk about the heroes being very heroic. Вы говорите в своем отчете, что этот герой, он был очень героичен, and not being imperfect. И вы не говорите о тех деталях, которые были негативны в нем, правда? How is Peter described in the Gospels? Как Петр описан в Евангелиях? He's the one who denied Yeshua. Он тот, который отверг Иешуа. How about another early leader? А как о другом раннем лидере? Yeshua's own brother James. Сам брат Иаков, брат Иешуа. He's one who not only does not believe. Он был тем, который не только не верил, but he even mocks. Speaking in a derogatory fashion, in a negative fashion. Итак, он говорит именно в таком негативном, негативным образом по отношению об Иисусе высказывается. And how about the rabbi Rav Shaul himself? И как насчет раввина Шаула? He's presented as one who persecutes and kills the followers of Yeshua. Он представлен как тот человек, который гонит и преследует последователей Иешуа. Now those who develop myths, as I said, итак, как мы говорили ранее, что те люди, которые развивают мифы, do not present the weak points of their heroes. Они никогда не представляют слабые стороны своих героев. So this is a strong evidence of eyewitness testimony. Итак, это очень сильное доказательство этого непосредственного свидетельства. Then the third area. Итак, следующая третья область.
has to do with whether the account accurately reflects the culture or the viewpoint of the day. То есть отражает он, насколько именно этот отчет, он отражает те события и точки зрения, которые были именно в это время. As opposed to the viewpoint of perhaps a later day. Или же точка зрения гораздо позжих дней, времен. I'll give you an example. Я пример приведу. If you look at the ministry of both Rav Shaul and Yeshua himself, если вы посмотрите на служение раввина Шаула и Иисуса, you find a very high view or a great deal of respect for women. Вы найдете то, что у них было очень сильное уважение к по отношению к женщинам. This stands in contrast to the Roman society of that time. И это как раз находится в контексте римского общества этого времени. And in fact, it was very much different from the perspective of the early church of the second century as well. И очень отличалось это сильно от точки зрения ранней церкви второго столетия. Normally, what later authors would do. Обычно то, что делали авторы, would be to project back into the text. Чтобы это как бы они обращали внимание назад, то есть возвращались к началу текста. Their own culture or their own viewpoint. То есть к своей собственной культуре и к своей собственных точкам зрения. And yet these accounts show us that women are full disciples and leaders. Но этот отчет показывает нам, что женщины, они являются полными учениками, как остальные, и лидерами. Quite opposite to what you find in later times. Это очень сильно противоречит тому, что мы находим гораздо позже в информации. This then gives us strong evidence that these people were in fact eyewitnesses. И это показывает нам, что эти люди были на самом деле непосредственными свидетелями событий. That brings me to the third test. И это приводит нас к третьему тесту. This is the external test. External. This was internal, this is external. Это внешний такой тест. In other words, do other historical materials do other historical writings confirm or deny the testimony of the documents? Итак, есть ли какие-то исторические авторы, которые подтверждают или отвергают факты, записанные ими? What sources substantiate the accuracy of our documents? Какие ресурсы, которые как бы какие из существующих ресурсов мы знаем, которые доказывают правоту или точность документов, которые у нас есть? And here too there are three areas. И есть также две-три области, говорящих об этом. That give us information in this area. Которые дают нам информацию в этой области. The first is archaeological and geographical material. Первое – это археологические и географические материалы. And I'll give you just a couple examples. I will give, yeah. Я вам дам несколько примеров. These come from the Gospel of John. Это эти примеры идут из Евангелия от Иоанна. And the reason I choose the Gospel of John. И причина, по которой я выбрал Евангелие от Иоанна. Is because often it's considered the least historical of the Gospels. Considered the least historical. It's considered not as historical as the others. Потому что эта книга, она не как бы рассматривается настолько, она не настолько является настолько исторична, как другие, скажем так. Не настолько выражает историю, контекст того, как выражают это другие книги. John 19 tells us that Yeshua was tried by Pilate at a court. 19 глава Иоанна, она говорит нам о том, что the trial before Pilate was at a certain court. Так что Иисус находился перед Пилатом. And that court was called the place Gabbata or the pavement. И этот двор назывался Габбата или Расплата. And there was no record of any such court or place. И нету никаких записей, которые бы говорили бы о таком дворе или месте.
And yet, more recently, that court has in fact been found. Но не так давно этот двор, это место, оно было найдено. And I've had the opportunity to stand where that court was in fact. И у меня была такая возможность находиться именно на этом месте, где находился этот двор. The court where Yeshua stood before Pilate. Это тот двор, где находился или стоял Иешуа перед Пилатом. It's in a place in Jerusalem called the Lithostratus. Это место, которое называется в Иерусалиме Lithostratus. Лифострадон, может быть. Лифострадон. Да? Стратон. Лифострадон. Mm-hmm. John tells us in chapter 5. Иоанн говорит нам в пятой главе, that Yeshua cured a lame man by a pool. He cured a lame man. Healed. Okay. I'm sorry. Healed. Сказано там, что Иешуа он исцелил человека, лежащего при Бефезде, да, купальне. The pool was the pool of Bethesda. И называлось это купальня Бефезда. And we're told it had five porches. Five porches, five porticos. Porches, places of sitting. И значит было, мы, нам говорится там, что там было пять мест, где собирались люди, то есть в этой купальне. And again, we had no record. And again, we had no record of such a pool. И опять-таки мы не имеем нигде записи о том, что такое такая купальня существовала. But I've now had the opportunity to go past that pool several times. Но у меня была такая возможность быть на этом месте, где несколько раз быть на этом месте, где это было. Because that particular pool now is just outside the monastery of the Church of Saint Anne. Потому что это место, оно находится, является частью монастыря. Saint Anne, Church of Saint Anne. Saint Anne. Saint Anne, the woman. Ага, это значит церковь Святой Анны. And if you check carefully, you will find those five porches. И если вы будете очень внимательны наблюдать именно за этим местом, то вы найдете именно этих пять уровней, где находились люди эти. The next area и следующая область has to do with, the cultural. Оно имеет отношение к культурным моментам. In other words, do the documents describe the people in their society? Описывают ли какие-то документы о людей, находящихся в этом обществе? And do it in an accurate way. И делают ли они это точно? Now, one of the ways that is easily checked. И один из тех путей, когда можно это легко проверить, is the titles of the rulers of the various Roman provinces. Это титулы правителей Римской империи. And the reason for this is simple. И причина для этого очень проста. The Roman provinces change their status frequently. They move from one kind of province to another. The Roman provinces move from one kind of province to another. Значит, римские провинции, они передвигались с одной провинции в другую очень часто и меняли название из-за этого. And they did so fairly frequently. Очень часто это происходило. And every time they changed the kind of province that they were. Итак, каждый раз, когда они меняли эту провинцию, в которой они находились раньше. The name of the leader of that province was changed also. Также менялось имя этой провинции. Now Luke mentions many of these provinces. И потому что из-за лидера, который был как бы во главе этой провинции. And every time he gets the leader correct. И Лука находился в этой провинции, и каждый раз, когда он упоминает правителя этой провинции, он каждый раз упоминает его правильно. That's not easy to do. Вы знаете, это нелегко это сделать. As the foremost archaeologist of the 19th century said, и археологи 19-го столетия, как они говорили, Luke is a historian of the first rank. Что Лука является историком первого ранга. He should be placed among the greatest of historians. Он должен занимать место среди великих историков. Next part of this area, next part of the cultural area. И следующая часть этой культурной области. Are the religious practices described accurately? Описаны ли религиозные обряды правильно?
In other words, does the cultural setting of the book fit that of the time actually described? In other words, the picture that you have of the culture that's in the book, does it actually fit the time? Итак, другими словами, та картина, которую мы видим в книге, является ли она правдоподобной, то есть похожей к тому времени, в которое она была написана? Now it has been said by many Bible scholars. И это было сказано многими библейскими учеными. That the Gospels come from the second century, from the early church. Что Евангелие, оно пришло со второго столетия, от ранней церкви. And they describe either, they are very close to either the Greek Hellenistic religions. Они это оно это время очень близко к греческой или еленистической такой религии. Or in fact to the Gnostic religions of the early second century. Или гностической гностики, то есть это второе раннее второе столетие, начало второго столетия. Now do they? На самом деле является ли это так? Well, you've heard of the Dead Sea Scrolls already. Вы уже слышали о свитках Мёртвого моря? But a year before the Dead Sea Scrolls were discovered. Но годом раньше, до того как эти свитки были найдены, there was a discovery of a library in Egypt. Значит, была обнаружена библиотека в Египте. And this was called the Nag Hammadi Library. Nag Hammadi. Nag Hammadi. И названа эта библиотека library. Была Наг Хамади, библиотека Нага Хамади. They come from sometime after the year 100. И они как раз идут от где-то приблизительно от первого столетия. And they are a Gnostic library. Gnostic. И это гностическая такая библиотека. So now we know what Gnosticism looked like at the beginning of the second century. Итак, мы сейчас из этого мы знаем, каким образом выглядела гностическая религия, религия гностиков. Now the Dead Sea Scrolls come from a time period, maybe 100 or so years before Yeshua. They come from a time 100 or so years before Yeshua. The Dead Sea Scrolls, yeah. Значит, свитки Мёртвого моря, они идут раньше, за 100 лет до прихода Иешуа. Right on through the life of Yeshua. И, то есть, время от этого периода и в течение жизни Иешуа. Now we've also, or scholarship has also recovered or rediscovered. И ученые, они также открыли или заново открыли. The rabbinic literature of this early time period. Раввинистическую литературу этого раннего периода. As well as what we call the apocalyptic literature of this time period. То, как мы называем это сегодня, апокалиптическая литература этого периода времени. So this time period has been described by at least three bodies of literature. Итак, этот период времени был описан этими тремя родами, видами литературы, которые мы видим. Now the question is, when и you вопрос read, следующий. When you read the Newer Testament, когда мы читаем Новый Завет, does it more closely resemble this literature, более близко относится это к этой литературе, or this literature? Или к этой литературе? And as it turns out, when you compare these various literatures, и в то время, когда мы сравниваем эти разные литературы, it does not look at all like this literature. То таким образом это не выглядит. But looks an awful lot like this literature. Но очень сильно выглядит как вот именно эта литература свитков. The documents of the Newer Testament. Или другими словами, документы Нового Завета. Accurately describe the time of the Second Temple period. Очень точно описывают время период времени второго храма. That means that when you look at the documents of the Newer Testament, это значит, что когда мы смотрим на документы Нового Завета, they are very firmly rooted in the Second Temple period. Очень сильно они именно укоренены в периоде первого храма. In Second Temple Judaism, во втором периоде, во втором храме, в периоде времени второго храма, в это время, and not in any Greek or Gnostic religion. И только туда именно это относится, а не к какому-либо гностическому периоду времени.
All of this material then leads us to a conclusion. И все эти материалы ведут нас к заключению такому. In fact, several of them. Ну, на самом деле, некоторые из них. And the archaeologist Albright put the first conclusion very well. И археолог Олбрайт, он первый вывод очень хорошо так и вывел. He said, discovery after discovery открытие за открытием has established the accuracy of a great many details. Именно установила правильность этих великих маленьких деталей, больших маленьких деталей. In fact, far more details than can be counted. На самом деле можно было бы еще посчитать гораздо больше деталей, найти их. And has brought increased recognition. И это бы привело бы к возрастанию в принятии. To the value of the Bible. Именно ценности Библии. As a source of history. Как к ресурсу истории. I mentioned that these documents show us that the New Testament is firmly rooted in Second Temple Judaism. Я упоминал о том, что New Testament. I'm sorry. New Testament is firmly rooted in Second Temple Judaism. It's clearly a part of Second Temple Judaism. Итак, Новый Завет, документы Нового Завета, это является точной, ясной частью периода времени Второго Храма. It shows us Jewish social life and structure. Это показывает нам еврейскую жизнь и структуру. It reflects the classic rabbinic teaching styles. Отражает очень четко раввинистический стиль того времени. And then it shows us the same hope that the и показывает нам ту же надежду. That the writings of the Dead Sea Scrolls and the apocalyptic materials have. Как и писания мертвого, то есть те свитки, которые над мертвого моря или апокалиптические писания. Not only that, when you look at the Gospels carefully. Не только это, когда вы также обращаете внимание очень внимательно на Новый Завет. They show that they are very carefully structured as Jewish literature. Показано там также, что очень четко и внимательно именно структура такая, как и в еврейской литературе. То есть очень одна за другой идет. And you find this in the way in which each of the gospel writers presents Yeshua. И это вы находите в том, как каждый из авторов представляет Иешуа. For example, in the Gospel of Matthew. К примеру, в Евангелии Матфея. You find Yeshua presented as one very much like Moses. Вы находите, что Иешуа, он представлен очень похожим на Моисея. You find him also presented as one very much like Daniel the prophet. И также он похож на Давида или на кого-то из пророков. Daniel? На Даниила, я прошу прощения. In Mark you have him presented as a rabbi. А в Марке, Евангелии от Марка, он представлен как раввин. But you find him presented as Elisha the prophet. Но также, как и Илия, пророк, мы можем найти его, он таким образом тоже представлен. Who followed Elijah? Who came after Elijah? Кто там после Илии был у нас? Кто был учеником Илии? Как Елисея, который следовал за Илией. Так. And in the Jewish understanding, Elisha was a greater prophet than Elijah. И в еврейском понимании Елисей был большим пророком, нежели Илия. And of course, Йоханан is presented as the Elijah, the announcer. И Йоханан, он также представлен как Илия. Now these are things that would only be of interest to Jewish people. И это те вещи, которые заинтересовывать могли только евреев. And shows the Jewish structure and emphasis of the Gospels. И показывали еврейскую структуру и акценты, те, которые ставлены, были поставлены. Luke presents Yeshua as both the great priest and the great king. Лука представляет Иешуа как великого царя и священника. Shows that he's very much like his ancestor David. И показан он очень похожим, как похожим на Давида. And also presents him as a one who suffered innocently, just like Joseph did. Также представляет как Иосифа, который очень много пострадал. By the way, that's an important Jewish understanding. Вы знаете, это также является очень важным еврейским пониманием.
Because the rabbis of the Talmud tell us about two messiahs. Потому что раввины Талмуд, ну как бы представляют нам Талмуд, что там два мессии есть. One messiah is the one who rules. He's the son of David. Итак, один мессия тот, кто правит, он сын Давида. One is the messiah who suffers as an innocent sufferer. И другой мессия, который страдает как непорочный страдалец. He's the son of Joseph. И он сын Иосифа. And Luke picks up on this. И Лука, он как раз подхватывает это. John shows us that Yeshua is very much like Esther and Mordecai. И он, Иоанн показывает, что Иешуа как Esther and Mordecai in Purim. Как Эсфир и Мардахей. You remember them, of course, from Purim. Конечно же, вы помните их из Пурима. He also shows that Yeshua is very much like Judah Maccabee. И также он показывает, что Иешуа как Иуда Маккавей. And then John also shows that Yeshua is a very center of all the Jewish holidays. И также Иоанн показывает, что Иешуа является центром всех еврейских праздников. So you have a Jewish structure and emphasis in each of these Итак, gospels. Итак, мы имеем еврейскую структуру и акценты, которые очень еврейские. And then therefore you also have Jewish content. И также для нас очень важно, что есть еврейское такое содержание. You not only have the rabbinic teaching style of Yeshua. Не только раввинистический стиль Иешуа там показан. For example, the parables and the catchy sayings. А, к примеру, такие вот притчи, высказывания. You find the parallels to many of the rabbinic statements in Yeshua's teachings. И мы находим параллели к другим учениям Иешуа и раввинистическим учениям. And then in the Gospel of John. И затем в Евангелии от Иоанна. You find Yeshua as the center of the holiday Torah readings. Мы находим Иешуа как центр тех людей, которые читают на праздники. You know, the cycle of readings we go through each year in the synagogue. Каждый, знаете, год круг такой проходит тех людей, ну, как бы по кругу, те люди, которые читают в синагоге Писания. Да? All of these things then let us know that you've got Jewish authors writing these gospels. И все эти вещи показывают нам то, что те люди, которые писали Евангелие, они были евреями. These were definitely not written by the early church. И это определенно не было написано авторами ранней церкви. They would not have known how to do this. Они просто не знали бы, как это сделать. Let alone have any interest in this. And certainly would not have an interest in presenting this kind of a Jewish thing. И у них бы определенно не было бы такой заинтересованности представлять это таким образом. It's another indication of the authenticity of the Gospels. Это не является проявлением authenticity. They are genuine, true. Это представляет, что они являются истинными. That these gospels are historically accurate, что эти Евангелия они исторически верны, and that they are very old as well. И то, что они являются очень старыми также. Now there is one other thing I should mention in passing. И несколько вещей я буквально пробегусь по ним. And that is that you have references to. У нас есть ссылки. To events of the Gospels, к событиям, находящимся в Евангелии, outside of the Gospels, и которые там не находятся. Let me quote to you from Josephus, the first century Jewish historian. Flavius Josephus. Иосиф Флавий — это такой вот историк первого столетия. Цитата. Now there was about this time a very wise man. К тому времени, в то время был такой мудрый человек. He was a doer of many marvelous works. Он был делателем многих чудесных вещей. He won over to himself both many of the Jews and many of the Gentiles. He attracted to himself both many of the Jews and many of the Gentiles. И он привлек к себе как евреев, так и язычников. And when Pilate, at the suggestion of the principal leaders among us, And then Pilate? When Pilate, at the suggestion of the religious leaders. И когда Пилат по совету религиозных лидеров, when he condemned him to the cross, когда он осудил его к крестной смерти, those that loved him,
те, кто любили его, did not forsake him. Они его не оставили. For he appeared to them alive again. И он явился им снова живым. After the third day. После третьего дня. By the way, Josephus was not a believer. И для справки, Иосиф Флавий, он не был верующим. And then I want to quote just one other Jewish man. И я хотел бы еще процитировать одного еврейского еврея. And a very important one at that. И это очень важно. It's time for a break. Перемена уже. Тратили очень много времени. First talking about just what kind of faith the Bible has in mind. А что подразумевает Библия, когда она говорит о вере? And we realized that biblical faith is. И мы поняли, что библейская вера. Is very firmly based on evidence or facts. Очень четко она основана на доказательствах и фактах. Then we realized that one of the most important facts we need to know. И также мы осознали, что один из самых важных фактов, о которых нам необходимо знать. Because it's absolutely essential to our biblical faith. Потому что он очень важен для нашей библейской веры. Is that the documents that we read in the scriptures? Что те документы, которых мы читаем в Писании, или которые мы читаем в Писании, are historical and accurate. Они являются историческими точными. They are true, they can be counted on. Итак, они являются истинными, и мы можем их принимать таковыми. And we need to be able to demonstrate this to those who ask us about our faith. И мы должны быть способны продемонстрировать их тех людей, которые спрашивают нас о вере. That the Bible we read is historical and accurate. Что Библия, которую мы читаем, является исторически точной. If these materials are not historical and accurate, если эти материалы не являются таковыми, then we cannot know for certain that the story about Yeshua is true. Мы не можем быть уверены в том, что история, написанная здесь о Иешуа, является истинной. And if the story about Yeshua cannot be shown to be true, и если история об Иешуа не может быть пока предоставлена людям как истинной, where does that leave us with our faith in Him? Где же мы находимся тогда в нашей вере в Него? So it's important to be able to show others that this material is true. Итак, это очень важно, чтобы мы были способны показать другим людям, что эти материалы являются истиной. Now the next area of historical evidence that we want to look at. Итак, другое из исторических доказательств, на которые мы обратим внимание, is the historical evidence for Yeshua's resurrection. Это историческое доказательство того, что Иешуа воскрес. And this is important also. Это также очень важно. Because Yeshua's resurrection demonstrates who he was. Потому что воскресение Иешуа показывает нам то, кем он был. If there's no resurrection, если нету никакого, не было никакого воскресения, as Rav Shaul tells us, как раввин Шаул говорит нам, our faith is of no value whatsoever. Что наша тогда вера не имеет никакого смысла. And by the way, this is the primary area of proof. Итак, это является первостепенной областью доказательств, that the early apostles presented to their Jewish people. Когда ранние апостолы used when talking to Jewish people. То есть представляли это, говоря с евреями. We speak very frequently about the predictions Yeshua fulfilled. Итак, мы говорим очень часто о тех предсказаниях, которые, или пророчествах, которые Иешуа исполнил. The messianic prophecies. Мессианские пророчества. But the apostles didn't do that. Но апостолы, они не делали этого. They spoke of the evidence for the resurrection. Они говорили о доказательстве воскресения. So we'll spend some time doing the same thing. Итак, мы потратим некоторое время, делая то же. Now, any serious historian acknowledges four facts. Итак, каждый серьезный историк, он признает четыре факта. Yeshua lived. Иешуа жил. Yeshua died. Он умер. Yeshua was buried. Он был похоронен. And sometime later there was an empty grave. И некоторое время спустя была пустая гробница. Now there are some areas of evidence. Итак, есть некоторые области доказательств, that the writers of the Gospels present to us. Которые представляют нам авторы Евангелий, to help us interpret these facts. Чтобы помочь нам объяснить эти факты. The first area of evidence is a grave that wasn't quite so empty.
первое доказательство того, что гробница, которая не совсем была пуста. There were some grave clothes left behind. Некоторые то, чем обвивали Иисуса, были оставлены там. Плащаница. Пелены. Then there were the very real physical appearances of Yeshua to his followers after his resurrection. А после воскресения Иешуа было реальное, то есть Иешуа реально общался со своими последователями, являлся им. Then there were the changed lives of his followers. А потом произошло изменение жизни его последователей. They didn't believe in the resurrection, they doubted it. А они не верили в воскресение, некоторые из них, и очень они как бы сомневались в нем. But something changed them. Но нечто изменило их. And then you have the existence of first century messianic Judaism as well. И затем мы видим существование мессианского иудаизма первого столетия. How did it come into being? Итак, каким же образом оно возникло? Now we're going to look at these major areas of evidence. Итак, мы рассмотрим эти основные области доказательств, that are found in the historical documents of the Newer Testament. Которые найдены в исторических документах Нового Завета. And the first is the empty grave. И первое из них — это пустая гробница. And the question is, и вопрос следующий. How did it get empty? Каким же образом она оказалась пустой? And there are several theories to explain how it became empty. И существует несколько теорий для того, чтобы, которые объясняют, каким же образом она стала пустой. But first we need to make sure that there is evidence that it was truly empty. Но, во-первых, что к чему должны прийти, это то, что на самом деле гробница была пуста. Now remember the first official explanation for the empty grave. Помните первое официальное объяснение этому пустому гробу? Was that the disciples stole the body? Объяснение было, что ученики они украли тело. That in itself is an admission. И это в самом само по себе это является признанием. That the grave had been left empty. Того, что гроб был пустым, опустошен. Remember I quoted to you from the first century Jewish historian Josephus? А помните, когда я цитировал историка первого столетия Иосифа Флавия? Who mentioned the empty grave and the resurrection. А который также упоминал этот пустой гроб и воскресение. Now, even later in the 5th century, и даже позже, в 5-м столетии, you have a set of Jewish writings called Toledot Yeshu. Toledot Yeshu. It's a set of writings. Oh. И также мы находим значит, писания, еврейские писания, которые названы Толедох. Толедов. Толедов Yeshu. This is the official Jewish statement on Yeshua. Это официальное еврейское постановление или описание Иешуа. And it says that the Jewish authorities examined the grave. И оно говорит, что еврейские власти они обследовали гробницу. And they found the grave empty. И они нашли ее пустой. Now this is very strong positive evidence. Но это очень сильное, позитивное доказательство. In fact, it's the strongest kind of historical evidence. И одно из самых сильных исторических доказательств также оно является. Because if a hostile source, an enemy source, an opposing source. Итак, если те материалы, которые предоставляет нам вот этот враг, который, скажем, условно назовем его так, admits a fact that is not in its own favor. Признает тот факт, что на самом деле было такое событие, then that fact is undoubtedly true. То этот факт, без всяких сомнений, является истиной. So if the Messianic Jews and their Jewish opponents, if the Messianic Jews and their Jewish opponents, Итак, если мессианские евреи и их еврейские оппоненты, then it was certainly clear, значит, то на видя это является определенно ясным, that the tomb was in fact empty. Что факт в том, что гроб был пустой.
We have little choice but to accept that as historical fact. У нас мало выбора, только принять это, что это было просто историческим фактом. As the great Jewish scholar of Oxford University. Oxford University in England. Как, значит, один очень таким великий ученый из Оксфордского университета сказал? The man's name is Geyser Fermesh. Его зовут Гейзер Фейермаш. And I love to quote him, by the way. И очень мне, кстати, нравится цитировать его. Because not only is he Jewish. Не только по той причине, что он еврей. He's Hungarian, like I am. Он венгер, как и я. And I had the opportunity to meet him one time. И даже у меня была такая возможность встретиться с ним однажды. And by the way, he is not a messianic Jew. И, кстати, он не является мессианским евреем. And here's what he says. И это то, что он говорит. In the end. В конце. When every argument has been considered. Когда каждый аргумент был исследуем. The only conclusion acceptable to the historian. И единственное заключение, которое было приемлемо для историков. Is this one disturbing fact? Это этот единственный факт. The women who set out to pay their last respects to Jesus. А женщина, которая. The women who came to pay their last respects to last respects. Та женщина, которая пришла, чтобы оказать этот последнюю дань уважения к Иисусу. Found not a body. Did not find a body. Не нашла, что те женщины, которые пришли отдать дань, они не нашли тело, but an empty grave. Но пустую гробницу. Now there have been four attempts to explain the facts in other ways. Так было four theories. Итак, было четыре теории, объясняющие этот факт. And we'll examine each of these to see if they are adequate. И каждую из них мы просмотрим, чтобы увидеть, являются они такими. And the first theory is that the disciples stole his body. А первые из них это первые три, говорящие о том, что и ученики украли просто тело. And again, notice that this assumes that the grave was empty. И опять-таки заметьте, что это говорит нам о том, что гробница она была пустой. All right, now what's the problem with this theory? И все-таки какая же проблема у нас возникает с этой теорией? Well, by now you had a grand total of 11 disciples. By now there were only. И к этому времени уже было только 11 учеников. That is, if you could get them all together from the places they had run to. Это, конечно же, если вы можете собрать всех их с тех мест, куда они убежали. And out in front of the grave were 18 heavily armed Roman soldiers. А вот как раз впереди вот этой гробницы стоял 18 очень сильно вооруженных римских солдат. And they were there to do only one thing. И вы знаете, они находились там для одной вещи, цели. To make sure no one stole the body. Чтобы удостовериться в том, чтобы никто не спер тело. By the way, there was also an official Roman seal on the stone. Но также там находится официальная римская печать на камне. If you break the seal, если вы разрушите эту печать, the Romans will break your neck. То римляне, они разрушат вашу шею. Not a great deal of motivation for breaking the seal. Но вы знаете, не сильно мотивация с вашей стороны для того, чтобы разламывать эту печать. And remember the story that circulated was this. И помните эту историю, которая история, которая с этим функционировала вместе, вот так вот, Disciples stole the body while the soldiers slept. Что история была следующая, что ученики украли тело в то время, как стражники спали. Вот так вот. But how do you know what happens while you're asleep? А откуда вы знаете, что происходит, когда вы спите? How did they know it was the disciples? А откуда они знают, что это были ученики? By the way, if a Roman soldier slept while on duty. Но, кстати говоря, если бы римские солдаты они спали на своем посту, the next kind of sleep he would receive, следующий раз, когда он бы спал бы, would be eternal sleep. Это был бы вечный сон. You get my point. Вы поняли, что я имею в виду, да? By the way, this theory is ethically impossible. Также хочу сказать, что эта теория она невозможна. Now the disciples may have been deceived. The disciples may have been deceived, fooled.
disciples may have been deceived. May have been deceived. So somebody deceived them. Yes. Итак, значит, ученики, они могли быть обмануты. But they would not deceive others. Но они бы не обманывали бы других. They're not dishonest people as far as we know them. They are not dishonest. Or they are honest, yeah. They are honest, yeah. Потому что они честные люди, насколько мы знаем. They would not have preached a lie. Они бы не проповедовали ложь. And in this respect, the very famous Jewish rabbi Joseph Klausner. И один знаменитый еврейский раввин Джозеф Клауснер pointed out early last century. He said this early last century. И он сказал это last century. In 20th century. Ага, в последнем столетии он сказал следующее. He said, он сказал, let us not believe the foolish theory. Давайте не будем верить этой глупой теории, that these godly men, что этот Божий человек, ever tried to deceive their brothers and sisters, когда-либо пытался обмануть своих братьев и сестер, by stealing the body of their Lord Jesus, тем, что они украли тело своего Господа Иисуса Христа. The rabbi put it very well. Знаете, раввин очень четко поставил это. By the way, this theory is also psychologically impossible. И также эта теория, она психологически невозможна. Would these people have been ready to die for what they knew was a lie? Были ли эти люди готовы умереть за то, что они знали было ложью? Hypocrites and martyrs are not the same kind of people. Эти гиппократы, лицемеры и убийцы — это не тот же тип людей. It's getting late. And besides, все такие, да? Не гиппократы, а лицемеры. And besides, remember. Но несмотря на все это, помните. The disciples' response to Yeshua's death and execution. Что ответ или реакция учеников на смерть Иешуа? They were so afraid they ran all over the place. Они, знаете, настолько боялись и испугались, что они просто разбежались в разные места. And then this theory tells us. И потом эта теория говорит нам следующее. Suddenly they became brave enough. Вдруг они стали настолько смелыми. To overcome 18 heavily armed Roman soldiers. Пошли и преодолели, значит, разбили всех этих 18 солдат. With their bare hands. С голыми руками. Doesn't sound very likely, does it? Да, звучит не очень правдоподобно, правда?